Здорово. Давай не будешь. Новая рубрика. Ну, что-то я сомневаюсь. Нет, посмотри, там очень интересно, да, всем понравится. Я везде жду подставу. Очень смешные видеоролики. Ну, это же адекватный человек, это же не сделает. Показался. Вот это вот типичные мои соседи. А чё орать под окнами? Файт начинается. Вы знаете, бывают такие дни, когда, как бы вам так сказать, особо и вот эти вот смешные ролики смотреть не хочется. Но мне, значит, звонит опять школьник и говорит: здорово. Я говорю: здорово, здорово. Я говорю: давай не будешь. Он говорит: новая рубрика. Я говорю: какая? Я говорю: ну хватит уже, ну прекрати, пожалуйста. Он говорит: очень смешные видеоролики с котами за все время. Я говорю: слушай, очень интересно, но не звони мне больше сюда. Положил трубку. Он перезванивает и начинает, знаете, такими: ну, пожалуйста, посмотри, я могу сейчас, да, посмотреть. Я говорю: слушай, отстань, пожалуйста, от меня, ты неадекватный, ты делаешь какие-то непонятные абсолютно ролики. Вот, он говорит: нет, посмотри, там очень интересно, да, всем понравится. Ну, так как предыдущий ролик вам этого мальчиша понравился, я решил посмотреть и этот. Поставлю, ладно, ему лайк, оставлю ссылочку на него, как всегда, внизу в описании. Ну, 10 тысяч лайков, пойдем смотреть дальше. Это вот этого смешного. Ну, вы их быстро поставите, так что всем приятного просмотра. Да, чай, кофе, плюшки, ватрушки. И, кстати, хочу всем напомнить, то, что вы можете мне что угодно говорить, но винлайн — это хорошо. Винлайн хорошо, потому что это хэ. Халява. Халява — это когда дается фрибет. А фрибет можно использовать на любые спортивные и киберспортивные события от слов совсем. Ты можешь на что угодно там его взять, залить и, в общем-то, прямо на сайте винлайна и посмотреть. Да, на киберспорт, на спорт, на что хочешь. Кстати, напоминаю всем то, что в первом закрепленном комментарии может найти все ссылки для жителей Беларуси, Казахстана и России. Пока только так, да, пока только так. Ну, там то, что это лучшие букмекеры, я говорить не буду. То, что это наши партнеры, вы и так знаете. Просто взяли, зашли, раз, чики-брики, чик-чири, там этот логин, пароль, телефон и все. И 8, от 18 лет. Да. Так что все, всем приятного просмотра. Поехали. Чего там вот наснимал? Здорово, говняки. В общем, немного поднатужившись, я выстроил из себя в это прекрасное видео. Лучшее видео с котами за все время. Часть 1, по моему субъективному, никому не интересному мнению. Кстати, за то, что вы меня так поддерживаете, я тоже решил вас поддержать. Сделал у себя в ТГ конкурс на 10к. Ну а так как без нашего красивого плесневелого матча ничего бы не получилось, то... Он про кого сейчас? Показался. Единственное условие конкурса будет подписка на Hard Inside. Если бы не старые, вы сейчас, наверное, бы не смотрели меня. Вот Санта, где будет проходить розыгрыш. Всем удачи и приятного просмотра. Вот подписка на Hard Inside — это всегда очень хорошо, согласен. Потому что там оповещения о ежедневных стримах и разных интересных роликах, а рекламы там нет. Да, не делаю принципиально. Потому что пообещал. Я уверен, что он даже с котами ролики найдет не милые. Ну, знаешь, не такие, чтобы улыбнуться, там, посмеяться и, знаешь, чтобы они были, ну, такие приятные. Он 100% даже с котами все обострет, опошлит. Это 100%, потому что, ну, это стандартная история. Are you kidding me? Right? This is so much fun. Are you serious? Dude, you ruined our bubble bath. What have you done? Я хрен его знает, кто-то говорит, что их надо самого котячего. Маленького, короче, возраста приучать их к воде, тогда они ее типа любят. Ну что-то я сомневаюсь. Done. We're just enjoying our time. Это просто охренеть. Gosh. Car. Я почему-то ни с чего вообще, я перестал удивляться. Вы знаете, мне кажется, у меня какая-то, может быть, идет принятие, стадия принятия, да. Меня ничего не удивляет. То есть просто возьми, нарежь какие-нибудь милые видео, да, чтоб люди посмотрели. Но нет. Ну
понимаешь, он везде. Он даже здесь умудряется вот это сделать, понимаешь? То есть какую-то трагедию, какую-то, блядь, историю, что бедная мышка — это последние секунды, скорее всего, ее жизни, понимаешь? Вот эти вот музыку дурак ставит. Я не знаю, как у него. Я, честно, я вот задумываюсь, любой видеоролик, он же как-то приходит в голову, да, как его, чтобы смонтировать, еще что-то. Ну, это же адекватный человек, это же не сделает, да? То есть это сделает, ну, обычный неадекватный человек, сумасшедший, блядь. Вот, пожалуйста. Я везде жду подставу, понимаете? Когда я смотрю ролики этого человека, я везде жду, что что-то произойдет. Я даже вообще, ну, не удивлюсь. Ёпта. Он ходит вообще, этот кот? Мне кто-то рассказывал, коты есть по 20 килограмм, там по 25 килограмм. Что, с ума, говорю, сошли? Куда я? У меня ребенок 30 весит в 9 лет. Он спортом занимается? Ох, бля, это такая жизненная дерьмо, вообще просто забейте. Я даже не хочу, я не хочу это вообще говорить. Я не знаю, как он это делает, но постоянно, постоянно вот эти вот лапки, вот эти вот, знаешь, такие вот, вот мерзкие вот эти вот, знаешь, такие вот они вот ходят, он такое ощущение, он нарочно это делает. В огромной квартире он, блядь, нашел единственное место, где надо походить ночью. Ну это ж ненормально. Что это за хрень? Дурак. Почему, для чего вот это все делается? Где здесь, я не понимаю, смешные видео с котами? Кошечки хорошие, лишнего не скажут, не осудят рядом. Что за нахер? Если мне не важно. А, ну то, что кошки — это жидкость, это забейте. Это всем давно известно, и в книге даже, в анатомии, прям мелким шрифтом первым так и прописано. Я не знаю, как у них так. Какие-то там плавающие кости, еще что-то. Я не знаю, как они это делают. Я не понимал, никогда не пойму и никогда не понимал, как может, блядь, кошка хрен знает каких размеров пролезть в щель под дверью. Я не знаю. Голова пролезла, значит, все пролезет. Я, короче, хочу признаться, мне ужасно стыдно за это. В общем, я, знаешь, что всегда, когда маленький был, любил делать? Короче, знаешь, кошки начинают газовать. Это в деревне. И вот знаешь, ты такой, давай, что-то. И знаешь, к ним так потихонечку подходишь, когда они спины выгнули, вот так вот друг друга, знаешь, это у них...
Батл идет, когда они вот так вот смотрят друг на друга вот так вот. И там только малейшее не то движение, там сразу файт начинается. И ты говоришь, давай, очкошник, давай, не бойся, давай. И вот так вот берешь его пальцем. Тырк. Он на тебя оборачивается, все, начинается месиво. Очень стыдно, так делать нельзя. Это очень плохо так делать, но очень весело было. А че орать под окнами? Стоят, орут. Мама! Постоянно. Это этот, мята, как они, мята, как кошачья мята есть. Какие-то шарики я видел. Продаются. Блин, такой вообще вот тут. Все, знаешь, вот просто вот есть же вот этот красивый кошки, но есть просто вот, ну блин. Тут просто вот. Я не знаю, откуда его такого взяли. Не культяпистого. Башка в три раза больше, чем он сам, уши какие-то в разные стороны. Потом вырастает красивый. Кстати, вы никогда не задумывались, почему, когда кошку трогаешь, она всегда вот этот звук издает? Она типа говорит, чё? Чё, ёпт? Вот это же было такое. На учебу. Жесть. Мне кажется, даже те кошки, которые любят воду, они все равно где-то на подсознательном уровне понимают, что кто-то когда-то обманул. Открой бутылку. Был бы у меня такой кот, может, и не женился. Привыкни к аппарату. Не топи, пик! Бля. Типичные соседи. Вот это вот типичные мои соседи. Знаешь, вот я вот иногда задумываюсь, вот как можно издавать такие звуки в квартире? Мне кажется, знаете, был такой видос, помните, которых целая звукозаписывающая студия, вот у них вот тут есть все в доме. То есть у них все создано для того, чтобы они приходят, это их как хобби, знаешь, вот. У них постоянно кто-то, какой-то ребенок орет, знаешь, таким голосом ублюдским, знаешь, максимально. Вот этот вот мальчик толстый, жирный, прыщавый вот этот вот, который учится играть на скрипке уже 8 лет, никак не научится. Какие-то банки, какие-то, блядь, шары катаются. Что-то постоянно происходит. Коты орут, они между собой срутся. Потом вот это вот что-то по батареям начинает. Кто-то что-то, блядь, шоркать начинает. Постоянно вот какая-то, знаешь, вот карусель у них. Постоянный экшен. Я не знаю, жиза это или нет, но мне кажется, и главное, они ждут, когда ты переедешь. Когда ты переезжаешь, они переезжают за тобой, опять над тобой. Квартиру берут, понимаешь? Я не знаю, как это работает. Дойр истории. Лапша с курицей в соусе кофе. Барси, что? Чё? Чё? Хорош. Вот это видел такое.
Что? Обиделся. Я сделал еще одну нарезку котами. На YouTube я блокнул за авторский прав, если кто хочет посмотреть дополнительно. А я не удивлен. Человек умудрился за 4, да, получается, видео. А, нет, за 5 видео получить 6 страйков. Я не понимаю, куда это делает. Я на самом деле, знаете, мне кажется, это какой-то дар. Это какой-то, вот, ну, человек может просто. Просто потому, что я могу. И все, он так делает. Так что не удивлен. Дополнительную нарезку. Я залил ее к себе в телегу. Также напишите в комментах, какую следующую нарезку мне сделать. Все, всем пока. Да-да-да, звонит мне рано с утра и такой, знаешь, говорит. В общем, всем, кому вот этот ролик понравился, я думаю, что таких нет совсем. Напишите в комментариях, что вы считаете вообще, стоит ли продолжать смотреть вот этого вот человека. Абсолютно неадекватный, он даже испохабил с котами умудрился, но пару моментов есть смешных. Ссылка на телегу в описании, туда тоже можете писать. Все, всех обнял, поцеловал. Давай-давай. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.